Это 24KZ, прямой эфир. В Париже представители казахской диаспоры встретились с чемпионкой в парадзюдо Акмарал Науатбек и серебряным призером по пароплаванию Нурдаулетом Жумагали. Спортсмены в один день завоевали медали. Спортсменов поздравила посол Казахстана во Франции Гульсара Арстанкулова. Дзюдоистка Акмарал Науатбек рассказала, что была готова в финальной схватке с французской спортсменкой и к огромному давлению трибун. Казахстанка за 34 секунды уложила соперницу на лопатки, принеся стране первую в истории паралимпийскую медаль в дзюдо. Пароплавец Нурдаулет Жумагали за один день установил сразу два рекорда – азиатский и паралимпийский, показав лучшее время на дистанции 100 метров брасом и завоевав серебряную медаль. Спортсмены поделились, что все это время ощущали большую поддержку со стороны соотечественников. Параатлеты сразу после встречи с соотечественниками отправились болеть за коллег по национальной сборной. Конечно, я очень рада, что есть мой вклад в развитие казахстанского параспорта, потому что в медиа везде много говорят о параспорте, и эта ситуация очень радует. Думаю, что моя победа очень важна для людей с особыми потребностями. Она дает дополнительную мотивацию, чтобы она стала лучиком надежды на пути к исполнению мечты. Мечта каждого спортсмена – выиграть медаль Олимпийских игр. С момента, когда мы начали заниматься спортом, смотрели на старших наших спортсменов, мечтали стать такими, как они. В этом смысле я очень рад тому, что выиграл это серебро. Но все-таки итогом я в полной мере недоволен, поэтому сильной радости внутри нет. Так что буду развиваться дальше с надеждой на будущее, чтобы на следующей Олимпиаде завоевать золотую медаль.